Друзья, всем привет! Я нахожусь в Ницце, а именно на остановке Гранд Аренас. И сейчас я хочу направиться в лагерь Центра приема беженцев Фука и показать вам обстановочку, что да как. Напомню, сегодня у нас на календаре 25 мая. Очень тепло, 9 час, в Ницце довольно-таки комфортно. Хочу отметить, вот очень классный, есть новый реконструированный установочка Гаре Денай Сан-Аугустин. Очень классно, удобно, когда мы здесь были в лагере, мы постоянно и здесь садились, приезжали, очень удобно, комфортно. Также здесь открылась автобусная остановка, но я еще здесь не был. И не знаю, какие автобусы, из какого направления приезжают. Ну, Flixbus сюда точно не приезжает. Это, скорее всего, недалекий рейс. Это, видимо, возле... вокруг Ниццы и так далее, но не Лион, не Париж здесь не обслуживается. То есть, ну, все равно в Ницце очень развитая инфраструктура, хочу сказать. Трамвайчики 20 минут, где-то до половины, не более, с порт Олумпия до Кадам вы можете спокойно добраться. Ну, то есть очень классно. Рекомендую. Недавно смотрел пост в интернете, что в Ницце вот, в 2007 году начали строить метро. А в каком открылось, я вам точно не скажу. Кто знает, напишите. Вот, очень интересно глянуть. И смотрите, до сих пор строится метро. То есть Ницца, она развивается, на месте не стоит ничего. Это круто. Я думал... Я сейчас приеду спустя полгода, сейчас у нас май месяц, я здесь был в октябре месяце, и до сих пор идет стройка. То есть, интересно посмотреть, как это будет ветка связывать. И скорее всего, ну так, как я понимаю, это будет вести к аэропорту, то есть линия метро, трамвайная, она будет вести к... подземная, то есть как оно будет связано, и очень интересно будет посмотреть. Ну а пока что я уже подхожу к центру приема беженцев. Вот это вот дом, здесь очень много арабов живет, и здесь. Так, вот всем знакомый наш парк. Здесь очень много детей, но в основном арабы и беженцы с Украины. Вечером очень много здесь было. Пока что утро, еще никого не видно. Мы будем ожидать. Вот. И насколько мне известно, как мне сказали информация, что сейчас в лагере около 150 человек. А насколько это правда? Сейчас я в этом убежусь. Сейчас я это и проверю. Что? Welcome. Welcome, welcome. Так. Машин много. Дальше. При входе во Фука вы увидите вот такое вот здание. Трехэтажное. На втором этаже находится Афука. Вот. Не знаю, видно, не видно. Вот Афука. Да, вот. Надпись. Вы сюда поднимаетесь и решаете все свои административные вопросы.
есть это АПС, АФИ, выплаты и тому подобное. То есть это касается тех, кто непосредственно живет на Кот-д'Азур, на Лазурном берегу. Кто хочет сюда переехать, пожалуйста, приезжайте, отдельно уточняйте. Вот, то есть тут сейчас объявление, что питание нужно заказывать, записываться, сколько есть. Ага, хорошо. Так, это такой мини-офис, где проходит, наверное, регистрация вновь прибывших. Здесь поселяют, дают информацию и тому подобное. И дальше вы поднимаетесь наверх. Сейчас, я так понимаю, лагерь распределен по лагерю на где живут арабы и половина, где живут украинцы. Ну, по крайней мере, было так зимой. Не знаю, как сейчас. Буду ходить по комнатам. Возможно, покажу вам, если кого-то встречу. Вот так где-то все уехали. Вот как-то так, ребят. Так, друзья, я зашел вот в душевую. И вот такие вот боксы здесь есть. Так, и туалеты здесь есть. Отлично. То есть все так же, как и было, ничего не поменялось. Возможно, добавили. Возможно, еще одну добавили. В принципе, ничего не поменялось. Тут сушилка. Здесь склад. Тут выдают еду. Гуманитарная помощь. Дача продукта. Травань. Вот, рабочие дни, нерабочие. То есть бесповажное слово не выводы. Нужно приходить в назначенное время. Занятия во фуке, йога, вечерницы с пивы, ну, то есть скучать здесь не приходится. Вот видите, все тут в складах все полно. Так, и здесь одежда. Видно вам, не видно, но вот. Кстати, одежды очень много, но много детской. Жалко, что сегодня выходные не работают. Магазин. И одежду, кстати, выдают бесплатно. Но с условием того, что нужно ее забирать. Как-то так, ребят. Наверху находится Афука. Офис. В принципе, ничего не поменялось. Немножечко не прибрано. Возможно, тут жильцы. А так, когда мы были, очень было гораздо чище было. Как-то сами посмотрите. Не мне судить, но очень много тут всякого хлама. Некому убрать. Так, ну тут холл, в принципе. Перегородили въезд. Ну, наверное, будние дни открывают, когда работники, а так, в принципе, все закрыто. Что так? Так, друзья, как я и говорил, этаж поделен, где живут украинцы и где живут беженцы, где живут арабы. Вот женский номер, то есть такой уютненький, комфортный. Так, друзья, я попал на кухню в центре приема беженцев. К сожалению, я не прошел начало, уже закрывается завтрак. Но могу сказать, что людей не так уж и много. Но посмотрим, что будет в обед. Пока что как-то так. То есть, что изменилось? Расставили микроволновки. И получается картинки появились. И больше ничего такого. И переставили местами кофе, чай. Так, в принципе, люди приходят. Ничего такого особого.